День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Void Expanse. И перед тем, как я начну, поздравляю тех, кто выиграл 3 ключика за прошлое видео. Пожалуйста, если вам хочется иметь шанс выиграть ключики за это видео, оставьте комментарий. Я выберу людей. Итак, что еще? Ах, да, если вы, по идее, нужно, это просто нужно повторить. А то есть, если вы думаете, о господи, я вижу свое имя в описании видео, но я не знаю, где найти ключик, это у вас в менеджере видео, в сообществе сообщения. Там можно это найти, оно там у вас отметится. Было бы также приятно, если бы вы мне просто что-то маленькое ответили. Ну, там, я не знаю, маленькое спасибо, чтобы я просто знал, ахаха, хорошо, вы получили ключ, все, можно не волноваться. Давайте я продолжу и... А, да, еще скажу. Люди, если вы видите это видео только в первый раз, Void Expanse, классная игрушка, идите, дайте ей лайк, пожалуйста, на гринлайте. Это ничего не стоит, а игрушка стоящая. Очень-очень стоящая. Итак, давайте, все, стоп, поехали. Мне здесь нужно сделать андок. Я уже немножко пролетел по галактике, я направляюсь по своему заданию, то есть мне дали задание полететь на территорию свободы и поговорить с братом. А это территория свободы, 4 галактики от меня, так что я сейчас до одной, ну не галактики, звездной системы, я сейчас долетел сюда, мне потом до Тунара и от Тунара еще куда-то, так что это нужно. Я просто решил немножко сократить эту дорогу. Так, давайте, пока я лечу, глотну чайку. Отлично. Так, пират, в которого я сейчас врежусь. Так, хорошо, давайте будем сейчас уже сворачивать. Хотя нет, подождите, знаете что? Товарищ пират. А ну-ка, где ты? Куда ты полетел? Стой, парень. Стой. Вот так вот. И еще один. Охотник за головами. Товарищ. Зря. Это сегодня не твой день. Не нападай на банан. Банан тебя накажет. Хорошо. Все. Хороший кораблик. Милый кораблик. Очень. Что еще? Единственное, что, видите, то есть я дробовиком не могу управлять. То есть это немножко странно. Давайте полетим. Так, парень, ты вправду этого хочешь? Ты вправду хочешь этого? Ну хорошо, получай это. Как бы, это на желателя. Все просто, все по заказу делаем. Просто так не подлетаем к пиратам, не издеваемся над ними. Они сами напросились, тут ничего уже не поделаешь. Так, хорошо, давайте полетим дальше. Отлично. Ну что, следующее, обычно, как всегда, меня встретят там пираты. Да, на таком же банане, как и у меня. Это, конечно же, рискованное дело. Но, так, кто из нас лучший пилот? Космический? Я лучший пилот. Хорошо. Опаньки, есть. О, от него даже осталось что-то вкусное. Хорошо, так, давайте я полечу отсюда. Portal 13. Но мне, по идее, на Тонле нужно. Так что, по идее, у меня еще нету оповещения о том, что слишком мало бензина, так что можно лететь. Давайте починимся немножко. Cruising speed, пожалуйста. А то тут слишком много больших толстых пиратов. Я как бы откажусь от этого. Ух ты. Пульсар, который бы меня в реальном мире убил быстро. Ну или, может быть, это не пульсар, это просто очень синяя звезда. Угу, которая радиоактивная мне была показана. Так, хорошо, Тонлет, отлично. Товарищи пираты, а ну-ка, как бы меня пропустить дальше? Я бы с вами посоревновался, но просто нету настроения. Сегодня нету настроения. Уже достаточно, я на сегодня убил пиратов. Хорошо, так, ну что ж, давайте тогда на круз поставим. И посмотрим, где у нас, вон у нас восклицательный, вон у нас. А то есть у нас есть... И просто доставка. Так, давайте я все равно посмотрю, что здесь на Королеве 2. Какая штучка. Так, док. Есть. То есть у меня здесь и доставка, которую я давным-давно взял, и задание. Притом, если я не ошибаюсь, это столица свободы. Так что, может быть, тут ко мне будут относиться как-то нехорошо. Так, Friends Nob. Коб, извините. Nob. Было бы интересно.
Magnetic Shield MK2 дефлектор. Это интересно, какой у меня? У меня он 250, это 500, это стоит взять. Это стоящая вещь. Так, хорошо, что это такое, господи? Heavy Cruiser, понятно. Так, это чуть-чуть лучше, чем мое. Но оно стоит 11 тысяч, что сейчас, по идее, просто не является темой для разговора. Можно просто идти дальше. Давайте посмотрим. Так, Mercenary, Headknock, Broker. Так, Broker, что там? About trade, better equipment. About trade, что он может мне сказать? Want to learn about art of trading? You've come to the right place! But how can I know where can I sell stuff with profit? А, это, то есть, покупать дешево, продавать дорого. You need to ask people around. То есть, нужно поспрашивать. То есть, покупаем где-то дешево, идем продавать дорого. Понятно. Командир станции, понятно. Это рандомное задание. Better equipment, понятно. Need help? Давайте спросим его. Well, why not, my dear friend? You look like a smart guy. One who wouldn't pass up an opportunity to earn some money, and I'm not mistaken. You're absolutely right. Ну, хорошо, ну, это такой прелестный и красивый, вроде, в общем-то, и давай, выполни мое задание. Could you see, I have a delicate problem here. If you help me... Все, понятно, ну давай, давай, говори мне. Well, strictly speaking, I'm not entirely... Тут, конечно же, задание отличное, но не совсем легальное. Так что, давайте, что мне нужно делать? Great! You see, I've been doing my little business around the station for a while now. Started even before this whole lockdown and Zentagam stuff. I'm... Хорошо, то есть он давно здесь, давно работает. Он честный, честный шустрила, абсолютно честный шустрила. Так, понятно. Все довольны. Ты давай мне рассказывай, в чем проблема. В чем проблема? I'm suddenly this morning cop. Ага, он тут как раз рядом сидит. Fans like me, but younger. Ага, то есть такой же шустрил, но моложе. И красивее. Не знаю. Ну, у каждого свои проблемы. Так. Итак, в общем, коб его выталкивает. And on the data drive... What's on the data drive? Nothing special. Ага, хорошо. Need to sell secret data to other local fans cop and then go and report. Хорошо. А то есть продать информацию кобу и пойти и сдать его. Так, ну что? Data drive? What's on it? Oh, you'll find it interesting. Take a look for yourself. А, и можно его предупредить. Ну, и вон такие же очки носят. Take a look for yourself. Oh, let me see. Where did you get this? This information is private and it belongs to the station commander. I thought you might be interested in it. Ну, тебе понадобится информация о командире станции. Так, indeed. Хорошо, окей. 500 динаров. Это, не знаю, что это такое. Так, давай мне 500. Хорошо. Отлично. Командир. За вами подсматривают, командир. Так, хорошо. Все, а теперь... Где у нас? Это все? Вот он, everything is instructed. Нет, подождите. Журнал? Ага, нужно у командира станции поговорить еще. Так, ну что, как обыскали его? Он все еще ждет результатов. А, понятно, ну, попозже, значит, нужно подойти. Так, продавец подлетел, per equipment. Понятно, может быть, чуть-чуть попозже подлетим. Давайте полетаем по системе здесь, посмотрим и потом вернемся. Так, корабли, конечно же, это замечательно. Но я сейчас... Так, все у меня сделано. Давайте полетим дальше. Отлично. Так, вылетаем. Что у нас? Где у нас? Riser 10. Да, давайте туда полетим. То есть или одно, или другое это доставка и разговор с братом, которому нужно было передать, что он предатель и негодяй. Ну, ой-ой-ой, промахнулся немножко. Отлично. А, от него ничего не осталось. Фу, таким быть, ничего не оставлять. Так, хорошо. Давайте тогда полетим сюда.
Так, нет, нам не на прыжок нужно, нам вот на станцию нужно, хорошо. Так, давайте круз спид поставим, а то это... Да, я никогда не научусь парковаться. Угу. Ну что, refuel repair, dex, mercenary aim, station commander. Так, delivery job? Wrong station, my friend, понятно. Неправильная станция. Так, your brother! Твой братик. I don't know what you're talking about. I have no brother. Не знаю, о чем ты говоришь, у тебя нету брата. That can't be right, I was sent by your brother to find you. You're a moron and a traitor. Да, хорошо, сразу же, знаете, без разбирательств. Абсолютный идиот и предатель, давайте. Stop shouting! You're really from Broderick? Good, I haven't heard from him in a while. То есть узнал брату Колю. Our courier was killed by pirates a couple of weeks ago. Итак, хорошо, видите, то есть они все-таки, это оказывается, это было кодовое слово. А почему так прячетесь? Because I'm working undercover here, you genius. А, так он в свободу залез подсматривать. Хитрый. А то есть это... фраза. Who's working a function gave me report. I should bring it back to his brother, probably. Ага! То есть он так, ну, на нас нарал то, что мы ошиблись адресом. Понятно. То есть теперь нужно это отнести ему. Или, может быть, кому-то другому. Может быть, можно отнести это главному свободы и с ними подружиться. Что было бы, конечно же, хитро и жестоко. Так, давайте посмотрим, где там вторая станция. Ага, хорошо, вот так вот немножко. Станем на круз. И пойдем. Так, давайте чайку немножко. Скажу вам честно, все пираты нормально, а вот эти, которые с ракетами, все-таки меня немножко пугают. Есть немножко вот что-то страшное, когда две огромные ракеты на меня летят прямо. На. Тяжело от этого, как бы... спрятаться. Когда вот так вот я делаю, так пук, и все. А они так ра, ра, ра. Хочу себе ракеты. Так, давайте. Блин, я не ударился. Зато паньки. Зато об станцию почесался немножко. Зато это есть. Так, залетаем. Хорошо. Ну что, наконец-то я сдам посылку. Давайте refuel. Dex. Station Commander. Deliver a job! Yes! 1781. Отлично. И экспириенса. Я добрался до 18 уровня. Хорошо. Goodbye. Goodbye, my love. Goodbye. Так. Bad equipment. Need help. Sure! Давайте будем помогать ему. We're freedom. We're now in peace with order. But this peace is just a formality. То есть мы... Они заключили... мир с порядком. Ну, это так, формально. Никто этого не придерживается. Так, ага. То есть, порядок собирает специальных оперативников. Понятно. Mistress, you didn't want Gus to get nervous, do you? Definitely not. Почему ты думаешь, что порядок это делает? They see as a constant pain in... Понятно. Это переведем как... Они думают, что мы... надоедаем постоянно. And their arrival in power here in far colonies. It is entirely possible for them to want to get rid of us. А то есть, ну, в общем, им хочется от нас отделаться. Да, да, продолжай, рассказывай дальше. Ну. Так, ну что ж, я... Хорошо, что если я заберусь в базу порядка, что тогда? I will give you a special hacking device on your... Ага, взломать базу порядка. Ну, давайте возьмем, я надеюсь, это можно будет потом сдать кому-то в порядке, потому что мы все-таки за порядок играем. Так, в магазине у нас что-нибудь в магазине есть интересное? Одни бананы в магазине и яблоки. Бананы и яблоки. Так, да, о, 31 поинт как раз. Давайте-ка я пойду в социальное. Что это у нас, джентльмен? А, больше, да, больше за квесты и за это все. Refuel price, это дешевле починка. А что это такое? Trader. Silver tongue. Trade margin. Ага, у нас больше процент, который мы получаем на торговле. Понятно. А другие у нас вещи, это engineering combat.
По идее, combat это очень важно, потому что так, medium energy weapons, да, вот что я хочу себе взять, medium, отлично, и потом, по идее, heavy, да, на 30 уровне. Но medium это уже нужно взять, это нужно, по идее, уже переходить с маленьких моих пиу-пиу-пиу лазеров на такие, где второй уровень, это третий, сразу же третий уровень. 33 тысячи! Уничтожитель вселенной. Нет, второго уровня. Ну ничего, ничего, найдем, разберемся. Так, хорошо, тогда давайте сделаем андок. Давайте посмотрим, куда мы вообще летим. Так, здесь у нас синий восклицательный знак. Business rivalry. А, вот, можно сейчас, по идее, полететь. Может быть, они разобрались уже. Давайте полетим туда. Посмотрим, что они делают. А потом тогда полетим обратно в порядок, сдадим информацию и сдадим. И попытаемся взломать порядок все-таки. Все-таки интересно. Интересно. Ну или можно как-то порядку сдать информацию о том, что свобода все-таки балует. Балует свобода. Не ведет себя корректно. Так, хорошо. Refuel. Так, деки. Ну что? Search results. You were right, the drive was hidden in his quarters. Хорошо. 750 добавлено, 750 experience, 19 уровень. Goodbye. Так, а этот товарищ? Frame knob. Отлично, и еще дополнительные деньги. Отлично. Хорошо. Бедняжка, а с тобой что? А, и он все еще жив? Непорядок, непорядок. Но, так, мы можем, по идее, ракеты, мины, мины, ракеты. Этим я пока что еще не пользуюсь. А что это такое? Это... Больше энергии, в общем-то. Так, projectile spread ballistics. Это что у нас? Tracking angle. Нет, знаете что, я перейду все-таки на пилотаж. Мне больше нравится. То есть максимальная скорость увеличим. Давайте, cruising speed тоже увеличим. Веселая штука. Так, хорошо, все здесь, как бы, денег у нас. Это тяжелый крузер. У нас 11 тысяч на такую штуку нужно. Как это? Fang Hull. Хорошо. Потом. Так, это у нас третий уровень. Первый уровень, понятно. Ничего любопытно, занимательного нету. Так что давайте полетим. Давайте посмотрим на карту галактики, куда нас завели наши квесты. Так, давайте притормозим, чтобы нас не несло дальше. Так, галактика. Итак, куда нам нужно идти? Так, система порядка. А то есть Тонар, Таланда, Мирбардон или Веленбета. То есть Тонар, Таланда. Это стандартная дорога. Хорошо. Вон он, Тонар. Отлично. И по идее можно было бы еще вон камешек покопаться, поковыряться в камешке. А то как бы деньги, они деньги, но они потихоньку за починку и за... Так. Угу. Из-за бензина они заканчиваются, так что это... Нужно за этим следить. Соси там много. Это классно. Он дорогой. Так. Есть. И еще раз. Во. Ага. То-то я подумал, что так много раз можно сделать. Это нет, оказывается. Последний раз вообще впустую. Покопался так. Не, я что-то выкопал, но мне ничего не дали. Товарищ банан. Друг банан. Брат банан. Ты зря. Что это было, я не знаю. Но это было что-то интересное. Давайте тогда прыгнем. Хорошо. Так, давайте глотну чайку. Угу. Так, и здесь пираты высокого уровня. Мне это не нравится. Мне нужно до Талана. По идее, я лечу напрямую. Так, давайте от радиоактивной... Да-да-да-да, это... Вот видите, все-таки есть войд-зоны. Есть войд-зоны. И куча пиратов. Огромная куча пиратов. То есть толпа пиратов. Так, это Талана? Да, это Талана. Или Талала. Ой-ой-ой, товарищи, так, починка. И прыгаем. Есть. Уф, вовремя. Вовремя. Хорошо, это неприятная система. Танлала, и из Танлала мне нужно или в Мирбардон, или Тавеленбета.
Давайте в Мербарден полетим. И притом, мне было бы интересно, если бы вот это вот шпионство можно было как бы пойти, ну не сдаться, но сказать, что меня наняли шпионить, что будем делать с порядком. Они безобразничают. Знаете что? Ну вот очень, очень вкусный продавец. Скажу вам честно. Притом уже поцарапанный продавец. Притом я на него уже нацелился. Давай, давай, продавец, давай, сдавайся, товарищ. Что в тебе? Что в тебе вкусного? Ну, ничего у него вкусного не было. Пираты, так, тихо. Все, я полетел. Знаете что, я полетел, как бы тут пускай они занимаются чем угодно. Давайте починимся еще немножко. Хорошо. Есть. Подлетаем в Мербарден. Прыг. То есть, скорее всего, нужно с самого начала продавцов ломать. Угу. Хорошо, ну что? Вот у нас как раз сразу же есть станция, на которой нам можно поговорить о чем-то, с кем-то, о чем-то. Так, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Заходим. Ну что? Так, перед тем, как мы... Так, refuel, конечно, repair. Давайте в магазине продадим все, что мы накопали. Хорошо. Так, на деке. А то есть, Officer Whistler, about the gun. Что буду снова и снова... Я не против отдавать ему снова и снова Ника Дэвидсон. Это... Ах, да, понятно. Goodbye. Хотя, знаете что, это experience. И 5000 у меня, да, давайте сделаем. Бла-бла-бла. Хорошо, я ему не верю. Давайте выкупим у него его молчание. 5000. На, иди отсюда, дяденька. Все, чтобы я тебя больше не видел. Public terminal, military data. Так, hack terminal with Roth device. Press buttons randomly. Просто нажимаем на кнопки. Так, давайте девайсом взломаем. Хорошо, все. Андок, тихонько, спокойно. Взломали, полетели дальше. Так, давайте посмотрим, куда мне нужно сейчас лететь. Так, это у нас... Протон 15. На обоих станциях есть задание. Интересно. Давайте посмотрим. А может быть это эти забагованные задания, которые мне снова и снова дают экспириенсы вещи. Я отказываться... Мне почему-то очень тяжело отказаться от таких вещей. Так, просто космос велик и бесщаден. Так что, если люди мне дают снова и снова деньги, я от них не буду отказываться. Так. Здесь у нас Killed Smuggler. Чудесно. Erase data. Wait, you're not a hacker? Бла-бла-бла. Это на меня опять... Better equipment нет. Здесь у нас... А, то есть мы можем везде... тут можно отовсюду собрать информацию. Понятно. Хорошо. Any jobs? Нет, это стандартное рандомное задание. 9800 у меня. Потому что я у них просто так забирал деньги. Так, это легкий крузер. То есть вот те корабли, с которыми я сражаюсь, это уже легкие крузеры. И у них получается ракеты и проектильные две. Жестоко. Бенч МК. Ну, она похуже, чем мой банан. Так, лазер второго уровня. Нету лазера второго уровня. Неважно. Док, давайте слетаем еще на другую станцию. Соберем там информацию на нейрон 15. Угу. Так, а давайте посмотрим. Так. Order capital map arm system download classified from the secure service one special. I need to visit all three. Ага, все три станции нужно посетить. Окей, я даже не против. Я даже не против. Как бы порядок меня к себе принял, но они как бы так, ну хорошо, ты один из нас, поздравляю, и все на этом закончилось.
Я тебе продавец. Просто мне тебе уже жалко. Так, кто мне летит прямо в лицо? Вот скажите мне, кто такой некультурный? Ага. Ага. А, он даже оставил за собой что-то вкусное. Давайте подтянем это к себе. Уп. Хорошо, давайте возьмем все. Полетим дальше. Я такой, я простой. Я не буду отказываться от остатков пирата. Пираты, они же тоже люди. И все, что от них осталось, это все людское. Все понятное. Так. Вот эти прыжки очень странные какие-то. Так, хорошо. Есть. Заходим. Так, ну что, может быть, еще кого-то можно обобрать здесь? Люди! Я... Нет, это там решения какие-то. Понятно. Публичный терминал. Давайте. Оп, хорошо. Отлично. Отлично. Так, в магазине у нас... 71 тысячу. Я как бы подожду немножко. Чуть-чуть. Эти тяжелые фрейтеры. Stationary, tracking. Нет, знаете, стационарные лазеры, это мне не нравится. А мой банан все-таки, по-моему, получше будет. Да, мой банан получше будет. Ну что же, может быть, давайте посмотрим. Так, hacking persuade reporter. А, кому вернуться? Офицер Колосов, я уже даже не помню, где он. Но ну, найдем сейчас, разберемся. Скорее всего, в той системе, в которой мне нужно лететь еще. Да, Велена, Бета и Тесса. То есть это, там все у нас. Но, скиллы. У нас 23 уровень, 35 поинтов уже собрано. Так, что это у нас? Evading, warp distance. А, может быть, это warp, который я делаю. То есть я, может быть, случайно нажал вперед. Давайте-ка посмотрим. Давайте немножко увеличим warp дистанцию. Это у нас 30 уровня. Это у нас cruising. Давайте побыстрее cruising поставим. В социальном у нас что? Trader. Так, давайте здесь поставим, давайте себе так купим. Все, андок. Давайте-ка, может быть, я просто... Да, все понятно. Это... Что это прыгает? Почему я прыгаю? Что происходит? Бла-бла-бла-бла-бла. Это так предусмотрено, это так надо. Так, хорошо, полетели. Так, ну что ж, Тесса, отлично. Давайте тогда посмотрим, что у нас тут будет на Тессе. Так. Залетаю. А, это репортер. По идее, он мне мои 5000 не вернет. Вот скажу вам честно, я бы не вернул ему 5000. То есть самому себе. То есть это 5000, это многовато. Угу. Все, поехали. А, по идее, здесь далеко. Ну, там достаточно камешков можно. Есть камешки. Так, не будем подлетать слишком близко к солнцу. Не будем это делать. Это больно. Это бьет. Бьет и по карману, и по корпусу корабля. Так, летим. В правильном направлении, хорошо. Вот эти большие дуры, которые на заднем плане, они всегда пугают, когда так подбираются так из-за экрана, так все нормально. Хорошо, летим дальше, все нормально. Так, Фанброн 11, отлично. Так, осторожно. Я просто с круза перешел на простой полет. Так, почему так медленно? Что происходит? Вот как я буду парковаться. Рывком. Так, ага, я здесь. Так, оп, заходим, хорошо. Так, ну что же, refuel decks, brother Patridge. Что? Dealt with the reporter. Хорошо, I've convinced him not to write anymore. 15 сотен, то есть 1500, ну, так уж и быть. Брат Партридж, а кто он такой вообще? Что он из себя представляет? Station Commander. Понятно. Здесь ничего не нужно. Так, это не тот явно товарищ.
который мне нужен был. Так, это у нас 7, 20, 20, 57. Легкий прыжок, чуть-чуть дальше. Это у меня Standard Mining Device, он у меня уже есть, да. Его можно продать, Plasma Light Cannon. Тоже, по идее, можно продать. Лазеры более высокого уровня. То есть второго, я имел в виду, это первого. Это неинтересно. Хорошо, давайте сейчас посмотрим. Давайте пополним починочку. Здесь у нас ничего не валяется. Скиллы. Так, давайте сделаем андок. Давайте посмотрим, в какую систему мне нужно сейчас. Там что-то такое. Велена Бета. Да, вот оно, Велена Бета. Но пока я далеко не улетел, давайте вот здесь вот камешки висят. Ничейные. Такие висят себе, висят. Никто их не трогает, никто их не собирает. Угу, хорошо. Ой, пиратик подходит. Ой, сейчас он мне помешает. Ой, успею. Но он косой. Пиратик, да, все нормально. Ну и оставайся тут, раз ты такой косой. Так, я не туда повернул. Вот так вот, хорошо. Так уже лучше. Еще чуть-чуть. Вот так, хорошо. Угу, да. Все, летим. Это пираты. Тусуются. Тусовочка пиратов. Ага. Хорошо. Ну. Да врат. Космических врат, которые я не был. Ха-ха-ха-ха. Учусь потихоньку управлять сам космолетом. Так, ну что же. Где у нас там задание? Хорошо. Ставим. Летим на задание. Можно даже направиться прямо на него. Пролетаем мимо осколков. И здесь. Здесь, блин, немножко. Так, пират, который летит прямо на меня. Вот честно, вот таких вот культурных не уважаю. Вот, да, особенно таких маленьких, которые неизвестно почему на меня нападали. Так, иди сюда. Вкусняшка. Хорошо. Полетели дальше. Давайте, оп. Ага. А интересно, а где нарисован кулдаун для прыжка? То есть, или я могу его постоянно делать? Интересно. Так, а боком? Нет, только вперед могу рвануться, понятно. Так, хорошо, идем тогда. Смотрим, что это. Есть, заходим. Чаек. Угу. Ну что ж, мы поговорили с твоим братом, офицер Эймс. Хорошо. 15 сотен, новый левелап. Отлично, все. По скиллы. Давайте пойду в пилотирование. А что это у нас такое? Скорость без энергии? Что это значит? Thrusters tuning. Critical optimization. Давайте попробуем. Это очень любопытно. У меня недостаточно, что, 10 поинтов. Давайте сюда вложим пока что. Так, Advanced Cruising. Нас что здесь ожидает? Space Optimization. Ага, больше инвентаря. Это классно. Отлично. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что нам теперь. Док. Так, ну что. По идее, мне сейчас до моего следующего задания добираться очень далеко. Так, давайте затормозим. Добираться, ну, очень далеко, то есть галактика, у меня аж до Тонлет. И туда лететь я на записи не буду, зато давайте-ка я просто... 27, 23, 30. А вот мне интересно, сколько... вот, например, здесь. 100! Смерть. Хорошо. 29, 20. Знаете что, было бы интересно как раз... Вот просто из интереса. Так, меня что, кто-то обстреливает? Нет. Добраться до инопланетян. Factions. То есть... Почему-то у меня с ними отношения с фанатиками не очень. Может быть, потому что я в порядок вступил. Так, а у них со всеми отношения
не очень. Так, нейтралы. Я со всеми, оказывается, не дружу. Я даже с порядком не дружу. Ох ты, господи. А нет, это они не дружат с порядком. Я дружу с порядком. Здесь... А, с порядком... Вот. Ага, с порядком так себе. Ну что, инопланетяне. Было бы интересно на инопланетян посмотреть, слетать. Но это я думаю, что это закончится смертью. Моей смертью. Давайте здесь. Давайте еще. Давайте найдем парочку пиратов. Хотя, по-моему... О, смотрите, какой большой и вкусный. Просто... Ну просто тяжело отказаться. Давайте. Давайте посмотрим, что в нем такое. Я просто еще ни разу не вскрывал продавца. Посмотрим, стоит ли этим заниматься вообще. Ой, ой, продавец взорвался. Ой, он мне ничего не оставил, проклятый. Так, а что это у нас здесь? Ну, так это так неинтересно. Я требую, чтобы в продавцах, чтобы продавцы были толстыми, большими, сложными. И чтобы в них было что-то очень-очень классное и интересное. Так, хорошо. Очень-очень важно разворот иметь резкий. Хорошо. Так, есть, возьмем. И вон там пират еще один. Давайте пойдем посмотрим, как он на нас отреагирует. Ну, мы же так давно не виделись. Кто бы то он ни был. Достаточно большой дяденька. Угу. Угу. Правда, маневренность у него 0-5. Так, и за собой он ничего не оставил. Так, я все, я требую лута. Я требую лута. Хорошо. Выжигаем. Все-таки три лазера, это такая, это не шуточная штука. А вот то, что лута нету, это я не понимаю. Таких вещей я не понимаю. Честно, скажу вам честно. Так. И давай. Левел ап. О, и лутик. Ух ты, класс. Как раз это вроде бы такая же пушка, как и у меня. Да, блин, она дорогая, хорошо, я ее продам. Ну что ж, я тогда на этом закончу. Скажу большое-большое спасибо за внимание. И посоветую вам и поучаствовать в конкурсе, оставить комментарий, и сходить к ним на Greenlight, а то есть к разработчикам Void Expanse, поставить лайк. Давайте, не стесняйтесь. И мы тогда увидимся в следующем. Пират, ты и вправду хочешь этого? Вот скажи мне. Мне просто интересно. Да, он вправду этого хочет. Ну, подождите, сейчас. Ну, человек просто не понимает. Он не понимает, что на такой банан, как у меня, на него нападать нельзя. Так, хорошо, все. И я тогда скажу большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.